есть такой корсет тоже с надувным клапаном. И этот клапан закрывает застежку планшетки. Грудь здесь у меня низковата для этого времени. Это не... Этот манекен не отсюда, то есть он для более позднего. Тут как раз конец 60-х, начало 70-х годов. Как раз время, когда еще донашивали, носили кринолины и носили турнюры в эту пору. Славная. Сейчас я вам покажу, как он должен выглядеть на самом деле. Своими руками наполню объем. То есть очень красивый по своей фигуре. Что-то тут у меня получилось воспроизвести. Причем он на самом деле у меня хорошо не зашнурован. Тут талия еще тоньше. Да, конечно. А насколько далеко могло быть вот это расстояние между планками? Как угодно или есть какие-то? Как угодно, единственное, что, понимаете, нужно шнуровать так, чтобы талию, платье, чтобы вот это можно было надеть. То есть, если вы всегда, например, оставляете там 10 сантиметров, то всегда 10 сантиметров. Потому что если вдруг в определенный момент вы не дошнуруете там сантиметров не 10, а 15, лифт, наверное, уже не сядет. То есть, чтобы платье подходило просто? Не трудно. Да. Но это, конечно, довольно-таки сложно, потому что нужно измерять это, описывать вынесенным фетром, если кто-то считал, да? Затянули, померили, затянули, еще померили там. И уже там горничная, которая осуществляет шнурование корсета, она уже понимает, сядет лиф или не сядет. Но плохо зашнуровано, но ладно. Слегка просвечивается как раз китовый ус, это видно. Следующую картинку, пожалуйста.